Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Всем привет! И сегодня мы с Фанни будем открывать маленький подарок для собак. Антос. В прошлом году у нас такой подарок был, но открывала его в большом видео, а в этом году решила сделать отдельное. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Этот подарок сделан в виде вот такой вот звездочки. На подарке нарисована собачка. В подарке 8 вкусняшек. Каждого вида по 2 штучки. Мордочка оленя, Дед Мороз, снеговик и елочка. С боков он вот так вот красиво сделан. Он мне чем-то напоминает детские, но дешевые подарки. И еще есть бантик, за который можно повесить на елку. Ну, а теперь давайте будем открывать подарок. Вкусняшки вот в таком вот пакетике. И сейчас я их хочу достать. В прошлом году вкусняшки Фанни понравились, и она их с удовольствием ела. В подарке было всего 8 вкусняшек, каждого вида по 2. Кстати, Фанни вкусняшками заинтересовалась. Не знаю, может быть, какую-то она сейчас заберет. В подарке было 2 зеленые елочки, 2 мордочки оленя черного цвета, 2 красных личика Деда Мороза в красной шапочке и 2 белых снеговика. Кстати, этот магазин продавал вкусняшки символом Нового года и Рождества большого размера, но я почему-то не решилась их купить. Фанни вкусняшки только понюхала, но почему-то пока что есть не стала. Возможно, она их съест позже, и я смогу это вам даже заснять. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы вас, Фанни, очень любим, желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео. We wish you a Merry Christmas.